сразу на персональной выставке Ольги Левиной. В новой экспозиции всего 6 картин. Но каких? На этих холстах реализм в сочетании с абстракцией. Она совместила, казалось бы, несовместимое. В картинах уникальный коллаж, говорят критики. Профессиональная, серьезная работа. На выставке в областной юношеской библиотеке экспозиция небольшая. Лучшая из лучшего сегодня в Москве. Там Ольга Левина тоже востребована. Весной и рязанцы смогут увидеть полное собрание работ. Выставка будет работать в течение месяца.